похоры. Томск, привет, всем привет. Вот спустя пару месяцев, не знаю даже сколько, я уже перископ не уходил, снова здесь, снова в Москве, ну не снова, я уже здесь достаточно долго нахожусь. Иркутск, привет. Народец чуть присоединяется, еще удивлен, что вообще кто-то присоединился, думал, сейчас будет 1-2 человека. Так, ну что, вышел буквально на пару минут перед тренировкой, потому что сейчас немножко еще завтрак не рассосался. Сейчас вам покажу, что у нас тут происходит. Это вот один из наших новых тренеров, Марина Шаинова. Так, как с Мишей? Не, этот, перископ. Так, с Мишей встретились, вот в воскресенье увиделись с ним, пообщались, на гребле позарубались, а все остальное увидите сами в ближайшее время. Приятно пообщались, поболтали, много что обсудили. Мы с ним не виделись уже чуть ли не год. Ты играешь в покемонов? Я, на самом деле, даже не понял, почему здесь покемоны. Если по всему какое-то приложение или что-то, потому что я хожу по залу с телефоном. Мне тут вопрос какой-то по покемонам задали. Так, ну вот как-то так. Ну что, ребят, сейчас немножко я вам представлю. Этой неделе уже полноценно работает. Это вот миниатюрная девочка, это у нас Марина Шаинова, серебряная призерка Олимпийских игр. Покажи тяжести. Ну, тут тяжести особо не будет. Смотри, я тебя в перископе транслирую. Хорошо. Девочка очень стеснительная, тихая, аккуратненькая, но ее уже все любят. Так, это Леоня, мастер спорта по гимнастике. Забирай. Ну что, ребят, у нас потихонечку тренерский состав, тренерская семья большая разрастается. Уже заценили, Марин. Так, разрастается. Сейчас буду, начинаем, не опять, а снова использовать перископ. Потихонечку будем делать трансляции. А то я совсем подзабросил это дело. Ну, а так, в принципе, что, ребят, всем еще раз привет, всем хорошего дня. Яркого, по эмоциям. Так. Так. Нижний Вариовска. Наверное, Нижневартовская или. Так, девчонок, покажи. Отращиваешь бороду. Где зал? Зал Москва, Дубровка. Первая улица Машиностроения. 10. Так, привет, всем привет. Нижневартовск. Да, я так и подумал, что там все-таки. Ошибочка 109 была. Тренировочка идет, и пусть у вас хорошо идет день, а я сейчас буду потихонечку, минут через 10-15 начну разминаться, начинаем опять тренироваться. Совсем давно не тренировался, тренируюсь только когда кто-то у меня в зал приходит, раз в недельку, кто-то из гостей, из моих друзей, товарищей, что-нибудь зарубаемся да снимаем. Так, ну все, давайте, хорошего дня, всем пока. Казахстану хорошего дня и привет!